Давайте кататься на нашем экскурсионном автобусе на втором этаже. Турмозка, Фрэнбас, Йоболка. На наш экскурсионный автобус уже просто, знаешь, когда ты часто об этом думаешь.
четвертый час. А трубы цапина появились. Вот пишут. А вы где? Я уже уехал, извините, я ни за кого не могу звонить. Мне кажется, самый короткий. Гамашица. Если не тот, просто кто насрал мне в штаны. Смотрит на нас. Он спрашивает, а вы? Ничего, заказываем. Да, интересно же. А что он предлагает? Так вот, надо, вот выбор, кофе или кофе, или конфеты. Вот спасибо. Ну, допустим, кофе. Вот перечень. Капучино? Да. Забираем? Так. Монетка. Мы прям от этого робота отойти не можем никак. Кофе вызвали шоколад. Вот вот туда, Кать. Что большой, наверное, навряд ли вообще. Да, у меня вот... Теплоход приглашает. Это позже, значит...
Смотри,
Я когда вас молился, то такая Сфоткайте нас. ПСК уже Я тоже не знаю. Короче, думаю, ребят, по вечерке. Потому что не люди. Ой, да нет. Похоже, только там, да, торговцы.
блин, старенький дедушка. Как скажи? Данка. Вообще.